гарний вишуканий манікюр – це вже норма, як надовго зберегти ваші нігті здоровими, гарними. І про все це ми дізнаємося більше від гості, справжньої майстрині, яка прийшла до нашої студії, Наталія Марчишина, викладачка школи манікюру, майстриня манікюру, багаторазова чемпіонка та переможниця регіональних всеукраїнських конкурсів. Тож ми маємо справу з професіоналом. Пані Наталія, раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Дуже рада. Ви розкажете і, можливо, покажете інструмент, без якого неможливо обійтись і в будь-яких умовах, і вдома, і майстрам, які займаються цією справою, тому що зараз манікюр – це вже норма. І без манікюру ніхто не ходить. Да, совершенно верно. І чоловіки, жінки, і діти також. Ми сьогодні трошки поговоримо ще про дитячий манікюр, з якого віку його краще робити так, щоб нігті не страждали, щоб дівчатка знали, як правильно доглядати за своїми нігтиками. Тож, з чого все починається і які зараз норми? Яким повинен бути справжній, класний, вишуканий той манікюр, який завжди буде у вас в нормі, незалежно від моди і ще чогось? Здравствуйте. Конечно же, мода всегда меняется. Есть классические такие вот нормы моды, которые всегда в тренде, и есть мода, которая переменчивая. Конечно же, уход должен выполнять прежде всего профессионал. Это та рекомендация, которую я хотела бы дать всем абсолютно девушкам, которые хотят, чтобы их руки всегда были не только красивыми, но и здоровыми. Это очень важно, потому что сейчас такие тенденции, что можно как бы вот нашкодити собі, навредити собі. До речі, це така тема серйозна. З приводу того, як працюють і хто займається, є багато людей, які займаються просто як додатковою справою. Так, не вчились, можливо, в когось десь піддивилися, чи там, може, навіть і в інтернеті, і займаються такою справою, займаються таким бізнесом. Але тут ще треба розуміти, що бізнес, який межує зі здоров'ям, це дуже небезпечно. Тому майстрам треба довіряти лише перевіреним. Це безусловно, безусловно. Если речь идет о детском маникюре, то мама, которая приводит ребенка на маникюр, она не должна постесняться и спросить у мастера о его образовании. Даже можно попросить показать диплом о базовом образовании по маникюру. И это норма, это нормально. Якщо дівчатка роблять манікюр вдома, самі, є таких багато варіантів, коли дівчинка ще в такому віці, коли там 8 років, наприклад, 7-8, вона починає вже слідкувати за собою дуже ретельно, зараз дівчатка так швидко розвиваються, і починає собі щось там підпилювати, підрізати, не знаю. Як можна нашкодити і які правила потрібно знати для того, щоб і дівчаткам, ну і дорослим жінкам також це потрібно, і чоловікам. Тому що не всі і не завжди ходять ще поки що до професіоналів, до тих людей, які можуть зробити все добре. Маникюр, который выполняется дома, сами себе девочки делают, нужно придерживаться таких правил. Во-первых, у вас должен быть инструмент, то есть его не нужно делать подручными средствами, не предназначенными для этой процедуры. То есть все-таки нужно пойти и приобрести хотя бы какой-то базовый набор инструментов и понимать, какой из них для какой функции предназначен. Ну и, конечно же, маникюр можно выполнять в любом возрасте. Даже новорожденному ребеночку нужно подстричь ноготочки, и это уже маникюр. Да. Пусть это такой вот самый примитивный вариант, но это уже маникюр. Поэтому важно помнить, что детская ногтевая пластина до 14 лет не предполагает покрытие гелевыми лаками, гелями для моделирования и прочими полимерами. Поэтому здесь возможно использовать только лаки, обычные лаки для ногтей, а также полировку, просто для придания блеска, эстетики. Также, если вы хотите убрать длину свободного края ногтя, вам понадобится, конечно же, пилочка. Мы можем да, все я это подготовила. Вы подготовились. Базовый такой набор. Базовый набор. А еще тут у вас кусачки, здесь, ножницы. Это называется правильно накожницы. Они предназначены исключительно для срезания кожи. То есть можно срезать заусеницы, можно срезать кутикулу. То есть все, что касается кожи. И вот убирать заусеницы – одна из самых главных задач в детском маникюре. Потому что это
надрывы кожи, это травма, микротравма, через которую, конечно же, может проникать инфекция. Поэтому самое важное прививать ребенку знание о том, что заусеницы не нужно откусывать, не нужно отрывать, их нужно просто аккуратно срезать и мазать кожу кремом, маслом, все, что подходит для детского, для детской кожи. І перш ніж вони почнуть щось робити, треба розуміти, що на брудні руки це ні в якому разі не робиться. А ви знаєте, ну ми про це не говоримо, тому що і так нібито зрозуміло. Але ж мені здається, що треба, ну не знаю, 5 разів, 10, 20, скільки треба, стільки повторювати, тому що обробити навіть весь ось нігтьовий, нігтьову пластину, там, ну все, з чим буде працювати потім дівчинка чи навіть доросла людина, так? Це, мені здається, это очень важно. Это первое, с чего начинается прием у мастера в кабинете. Это дезинфекция рук. Поэтому, если это домашняя процедура, то она тоже должна производиться на чистые ручки и чистым инструментом, безусловно. И инструмент мы тоже обрабатываем, так? Да, если это домашний инструмент, то достаточно просто обработка обычным спиртом. Его не нужно подвергать какой-то полному стерилизации, полной, как это делается в салонах и там, где инструмент многоразового использования для большой массы людей. Поэтому там йдуть другие правила дезінфекції, стерилізації. І, пані Наталі, от я просто звернула увагу, що у вас професійний інструмент, який можна потім класти в спеціальні шафи під високу температуру, і вони будуть триматися, нічого з ними не станеться. Якщо вдома, то можуть бути, наприклад, частинки, пилочки, зроблені з скла, чи там з пластику, чи навіть шкіряні є, ну, тобто багато різних варіантів, які не передбачені для ось такої ретельної обробки. Не предназначені, да, для стерилізації. Они не предназначены, даже некоторые не предназначены для химической дезинфекции. Поэтому, конечно, индивидуальные пилки, индивидуальные инструменты на то и индивидуальные, что они не требуют такой тщательной стерилизации, как в массовом использовании. Угу. А ось такі, такий набір є у нас. Тобто нам, в принципі, ось так, скільки тут? 6 інструментів? 7? 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8 даже, можно сказать. 8? Ага, а вы тоді розкажіть нам ще, що ж це у вас таке в пляшечці? Давайте в пляшечці. Значит, это масло для кутикулы. Это самый завершающий этап любого маникюра, это увлажнение. Вы можете делать масла самостоятельно, если вам это нравится, вас это вдохновляет. Можно их приобретать в любых магазинах нашего города и нашей страны. Поэтому это завершение увлажнения и поддержание кожи вокруг ногтей в увлажненном красивом виде как можно дольше между процедурами маникюра. Далее два вида ножниц. Одни предназначены для ногтей, для убирания длины свободного края. Вторые предназначены опять-таки для кутикулы, для кожи. Но не каждый умеет пользоваться ножницами, поэтому в принципе для самостоятельного маникюра их можно не использовать, достаточно ножниц. Пушер, либо апельсиновая палочка. Здесь уже будет стоять вопрос о том, сколько лет ребенку. То есть до 14 лет это все-таки считаются детские ноготочки, которым нужен очень нежный подход. Нужно очень аккуратно отодвигать кутикулу в зоне, отодвигать кутикулу и прорабатывать ее без давления на ногтевую пластину. Это самое важное правило – научить ребенка правильно убирать кутикулу. И ни в коем случае это не делается так глубоко, как взрослой женщине или девушке уже полноценный маникюр. То есть детский маникюр, конечно, имеет отличие. Так, он может быть не таким ретельным, звичайно. Ну и пилочки, так? Ось пилочка, да. Это то, что тоже хотелось бы сказать. Для домашнего самостоятельного ухода вы можете приобретать пилочку. Единственное, старайтесь обращать внимание на вот эти цифры, которые написаны, они обозначают абразивность пилки. И здесь идет обратная зависимость. Чем выше число, тем мельче абразив. То есть считается, что для натурального ноготочка нам подходит абразив 180 грит. Грит – это единица измерения абразивности. 180 грит – это работа с натуральным ноготком. Либо выше циферка, да, то есть вот у меня пилка 180 на 320, это означает, одна сторона будет 180, вторая еще мельче 320, то есть совсем-совсем такая мягенькая, да, для завершающих каких-то движений таких уже, довести форму до идеала, чтобы ничего не торчало. Ну и последнее.
последнее тоже приспособление, оно не обязательно в домашних условиях. Это БАФ, который подготавливает ноготь к покрытию. То есть это шлифовка поверхности ногтевой пластины. Там точно так же абразивность 180 грит рекомендована. Дуже така, вона мілка. Да. Так, але, мабуть, в дитячому манікюрі краще цього не робити, да, тому що спиляємо, ну, як, Істончаємо ногтеву пластину, безусловно, і дитячий манікюр не предполагає шліфовку по поверхності. Так, да. Звичайно, і до дітей треба ставитись дуже обережно, і, можливо, знаєте, коли, наприклад, є чи алергічні реакції, чи, можливо, там, ну, така пластинка нерівна, буває таке, що от є якісь пошкодження, чи щось там із нею, то краще довше нехай це буде, так? Щоб вона не перетворювалась потім на проблему, нехай дівчинка там вилікує все, що є на цих нігтиках, а потім вже... Дітки склонні к травмированию в процессе игры. Вот пока это ребенок, он очень много играет. Играет в земле, в песке, на улице с какими-то игрушками. Может просто травмировать случайно. И, конечно, такой ноготок ни в коем случае нельзя ничем покрывать. Нужно дать ему восстановиться и срасти. Пані Наталя, а с приводу ось тих модных тенденций, які є для дорослих? Ну, про дівчаток ми вже поговорили, да. Знаємо вже все. Да. Тепер для дорослих. Чи шкодять ось такі, як зараз, там, накладні, нарощені, різні варіанти, гель-лак, ну, гель-лак – це окрема така буде тема, так, а ось з приводу тих нігтів, які не вашими, є. Штучні нігті. Так, наскільки це довго може тривати? Чи може тривати там багато років, чи все життя, чи це колись може мода зміниться і жінки захочуть свої нігті вже? Ну, да, моду ми не можемо, к сожалению, предсказати, мода може змінитися і нарощені ногті відійдуть, хоча я в це не вірю. Но есть такие, лично у меня в практике существуют два правила. Сначала нужно посмотреть на исходное состояние ногтевой пластины, настоящей, натуральной, прежде чем принять решение, как долго можно носить искусственные ногти. И все зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного человека. Нельзя всех расчесать под одну гребенку, к сожалению. Поэтому никогда не смотрите и не слушайте тех, кто говорит, я ношу уже 10 лет и все хорошо. Да, возможно, у вас все хорошо, но можно найти таких же людей, которые скажут, а я сделала один раз, и у меня все плохо, и не могу восстановить ногти. И второе правило. Портит ногти не столько само покрытие, сколько непрофессионализм мастера. Угу. А поэтому... що входить от саме той професіоналізм, аби люди розуміли, до кого вони йдуть і що їм роблять неправильно, можливо? Конечно же, в профессионализм входит, во-первых, образование. Опять-таки, мы возвращаемся к этому. Во-вторых, работа профессиональными, качественными материалами, сертифицированными, а таких не так уж много, к сожалению, на данный момент на рынке. В-третьих, входит, насколько мастер может действительно оценить состояние ногтей и принять решение, какие конкретно материалы он должен использовать, потому что разновидностей материалов очень много. И мастер принимает решение, что именно будет лучше для тех или иных ноготочков, какую длину можно нарастить тому или иному клиенту в зависимости от исходной длины его родной пластины. Потому что там уже входит как бы в принцип рычага начинается. Да? То есть мы приращиваем длину к натуральному ногтевому ложе. И получаются такие, как чаша весов. Да? Одна чаша у нас лежит на ногтевом ложе, на натуральном, вторая в свободном полете. И она подвергается давлению, подвергается механическим воздействиям в быту и в жизни. И вот важно, чтобы ноготь не только искусственный выдержал эту нагрузку, но еще и не травмировалась на ногтевое ложе. Звичайно, треба розуміти, що це все тримається на ваших нігтях. Звісно. Так, конечно. В першу чергу. З приводу гель-лаків і різних таких засобів, які використовуються зараз, то на сьогоднішній день що є найкращим? Що би ви порекомендували? Гель-лакова система – це м'яка система, яка предназначена якраз для покриття натуральних ногтей. Тобто ви можете відростити свою рідну длину ногтей і покривати її гель-лаками. Такі ноготочки будуть носитися, повинні носитися по техніці, по технології 2,5 тижні, ну максимум 3. Это максимум. И вот, опять-таки, ошибка многих, которые хотят носить месяц и полтора, и потом удивляются, почему испортились родные ногти. Поэтому не рекомендую перенашивать покрытие.
Если говорить о наращивании ногтей, то это любые материалы являются уже жесткой системой. То есть она не гнется, она не подвергается никакому механическому воздействию. Сам искусственный материал, его согнуть невозможно. Поэтому там и выбор длины очень важен, и очень важно, чтобы понимали, ответственность тоже на клієнті лежить в першу чергу і на ньому теж. Пані Наталія, ну справді ви настільки ретельно ставитесь до своєї роботи, очень. Дуже її любите, але настільки виважено до кожного випадку, який трапляється на вашому шляху. Ось з приводу таких всеукраїнських конкурсів, то от які зараз тенденції, що пропонують, що можливо виходить на перший план, на що рівняються? В моде на данный момент небольшая длина ногтей, в моде не яркие оттенки, то есть это нюд, это аккуратные короткие ноготочки, родные, свои. Хоть наращивание никогда и не уйдет с подиумов, но все равно это больше чемпионаты, это больше постеры, какие-то работы, такие креатив. Поэтому в быту, в жизни в основном, конечно, натуральные ногти, небольшая длина, нюдовые оттенки, но, конечно же, не без френча, не без красного, которые тоже остаются классикой всегда, на все времена. Пані Наталя, ну, наставно хочеться почути від вас рекомендації для усіх людей, які користуються, а всі зараз це роблять, так, різними засобами, аби їхні нігти були дуже гарними завжди в будь-яких умовах і за будь-яких обставин. Обслуживайтесь у профессионалов. И еще раз повторюсь, не стесняйтесь спросить у мастера о его образовании. Ну ось так, це справді дуже непогано. І в погоні за модою не забувайте про здоров'я. Так, вот непогана так. Порада. Перш за все здоров'я, потім професіоналізм. А якщо ви вдома робите манікюр, то вже сьогодні теж все було сказано, як не пошкодити свою нігтьову пластину, як залишити здоровими ваші нігтики і нігті, можливо, маленьких, які ще підростають людей, нехай вони теж керуються правильними підходами до манікюру на сьогоднішній день, аби на все життя зберегти свої нігті здоровими. Дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Бажаємо вам терпіння, здоров'я, так, ну і звичайно, в своїй справі виходити на перші позиції, на тримати їх. От зараз у вас вони є перші, але ось тримати їх ще довго-довго і вдосконалюватися з кожним разом і з кожним новим випадком, який трапляється у вашому житті. Спасибо, взаємно, і вашому каналу теж розвідки. Дякуємо дуже. Зустрінемось за декілька хвилин.